был, мы могли бы без всяких волонеров и прочей хуйни убивать. Всем привет, мужики. Бля, в лужах не купайтесь, пожалуйста. Вы что такие на гроне срываете? Хуй знает, вместо, блядь, этих сборов бесконечных волонеров, я бы, блядь, искал людей и рейдил обычные рейды. Бесконечных, еще ни одного, блядь, не собрали. Ну типа новые, блядь. Чтоб мейн состав апать. Элмаун, читуй всех, пока да я просто. Ну, зависит, до хуя что лежит. Ты знаешь, учитывая, сколько я в последнее время сижу на хп на наших рейдах, я просто не боюсь, снимут это или нет. Секрет интересный, но мне надо CR, по факту из ЗС Ока. Вот тебе из обычки, кроме кусков Т5 и ботинок с этой рыбы, вообще ничего не надо. То есть я уже посмотрел, там, бля, ничего не надо. Ботинки, блядь? Ну там вообще ботинки с рыбы, крит СПД, ой, крит дух. Рыба, которая, это как его... Я понимаю. Ну, в общем-то, да, вот. Просто, то есть мне по факту с ней вообще ничего не надо. Ну, типа, так и есть, типа, один-два куска офсета, там, кольцо какое-нибудь или типа того. Нет, вообще ты больше не надо. Ты там не найдешь, но ты столько сказал, сапоги. Надо. Только сапоги, вообще больше ну, не я надо. И говорю, один или два куска. Ну, то есть, сапоги у тебя, у меня кольцо. У тебя ТТГ есть. Кольцо ТТГшное, мне... Ну... Я имею в виду, как ни крути, ты все равно у тебя в ТТГ основной шмот пойдет. Ну, да. Ну, типа, там, пояс, брасы и тому подобное. Пояс и все. Мне пока что на хила только пояс нужен. То есть пояс я себе выбил уже. У меня основной приоритет это ЦЛК 25 гер. Основной приоритет. Спину я не хочу себе фармить. Сейчас отдохнет. Пиздец, одну третью не снесли. Это у меня все по пизде пошло. Это что такое? И все доны забагали, все забагали. Не отойду в другой ДС. Ой, слышишь, это Волгрим говорит. Я со следующего КД опять в 25-ку в целом буду с вами ходить. Ну, ЦЛК 25 АБ с мага буду заходить. С отскоками там не срослось, буду с вами. Скидывай молитву восстановления по КД через танка. Чтобы она прокла чаще. Ну все, ладно, вижу. Просто у меня багается, наверное, уже. Ну, 14. Там просто мы взяли как раз этого Заханыча. Или Заханыч, да? А, нет, это другой, это той. Сейчас, если мы вообще с 20-15, это как его. Чего ты, блядь, маг, короче, зайдет? Это Вулгрима мы взяли, вон чем. Вулгрима мы взяли, просто он как раз уже под самый этот, под пул босса написал. Понял. Слова одна только. Здесь мы, конечно, долго лупим. Рану нет, что поделать. Да. Ползайте меня. Идем нормально, а то нас читают. Добиваем эту дуру. Я пока не могу.
На пару минут из пати выйду, зайду назад. Это кто говорит? Булгрим. Ну, вот он. Крилогнусь. А, концессия хотя сроки, то есть что Я с конце все отдам. Давайте потом разберемся. Не могу пригласить члена другой группы. Место спрашивает, есть? Есть, есть, есть. Блядь, берите там, вообще посмотрим всех. Да, написала, что что-то да, была. Вроде говорила, да. Ты сделай, что там. Ладно, здесь кого-то дам. Да-да. Чё? Ладно, Хумасера дам там. Голубь, я, голова меньше. Серджу просто убежал, да? Из... Все возможно. Кочевать будешь это там, добычу собирать. Срань. Транквилла в игре не найден. Это вообще дерьмо? Да, сейчас у меня тоже пиздец, блядь. Это не помогает вроде релок. Я понял. Это какой-то, блядь, аддон вроде. Ну хуярит. На аддон. И непонятно видишь, какой. У меня в ТТГ было нахуй вчера. Еще да. Ты бы охуел просто. Я вон мордаун тут показывал. У ханта метка и вот духи, ну аспекты, которые я переключаю, они мгновенные. Ну то есть ты просто нажал, переключил, метку повешал. Я вчера каст пар видел этого дерьма. Нихуя. У меня кастилось это дерьмо. Пиздец нас памят. Транквилла в игре не видит. Я причем, типа, ну написал, ну прям в игре в саппорт, я пишу, у вас, говорю, там что-то не так. Сейчас два шмокера сделаем по-быстренькому найти на танка и... Да, хули, я жду пока людей. Ладно. Ну все, то пойдем, не знаю, что стали-то. Все, или пули левого, пуль правого. Сейчас зайдем. Инвайт. Вон, Валафар. Сейчас Валафар, ты тоже посмотрим потом.
Ну, написал, что надо срочно бежать, может, позже зайду. Привет всем. Здорово. Туманете? А, забирай. Сейчас у меня, погоди. А кому осколки в этом рейде все драйвы? Брахидер. Сундыкнет один. Зато завтра на ХМ все придут. Нет. Сегодня я добью. Не факт, что мы завтра сегодня добьем и этого, и Алголона, и Йога. Что, это долго или что? Обычно ДПС не хватит. Можем на колокольне прям учиться, ну, скажем так. Слава, не помню, на ханта закинешь? А я был только на йоге и на этом, и на алголоне на ханте. Я зашел помочь. Я прибыл слишком поздно. Ну, типа, йог с этим бесплатный. Я думаю, если дамажить, может на ДК зайти. Хочешь. И просто сюда скинуть. Ну, так как я в первом не был везде. Я занят был, так вот, слотин. Типа, если, да, вдруг нам паладин понравится. Ну, посмотрим, да. Ну, окей, тогда буду на паре. Это был в первом уровне? Надо по видосу чекать. Заходить, типа, он пишет процветать. Заходите, сидеть, смотреть, как нам трех человек не хватает. Или что? Не хватает еще пяти хотя бы человек, еще нормально будет. Я тебе не про удобно говорю, я тебе говорю про ЗСУ. Про ЗСУ? Нам не хватает просто активности людей. Да. Я про это и говорю, он пишет, типа, что мы не травим, замечательно. Как нам травить, блять, когда у нас, блядь, чуваки все время уходят, блядь, т.д. т.п. Мы сидим АФК, а у нас замены нету. Вот, а, хоть... нет, а... Роботы тратить не хотят, это не хотят. Вы просто сидите пока на роботе, возле него не тает, это разве можно? А если сюда, это не хочет просто. Ну не сразу, но... На дистанции. Ну да. Ну и суть придется. У нас слишком много стало, слишком много потеряли. Того, что мы потеряли, так у нас еще и... Все идем, встаем нахер под жопу босса в лужу прям. Блять, нет, нет. Водичку же, да, налево. Ладно. Все равно в какую. Вон, тут хочу до Юли поставить. Ставь, Юли, ставь куда-нибудь, мы подбежим. Ну вот сюда бежим. Все, в лужу все встали. Вот, видите, где-то, вот, видите, я прыгаю. Ближе прям возьми, встали к нему прям полностью, там залезли к нему в жопу прям. Топкаст, топкаст. Ой, блядь, я же не могу. Да, да, да. Ну, ладно.
Как он будет? Тут он станет еще ближе, прям посильнее. Угу. Для стоп-каст. Я тебе сейчас предлагал денег. Да что ты там предлагал? Да, да, да. 1000 голды сейчас, это очень много. Че, пьяный, че, 100 денег. Чисто на ремонт. Ну, может быть. Ну, вот, как на ремонт я это, давал денежку. Привет, будет сумон. Сейчас подожди, мы добьем этого жирного красного шлепка. По-другому их не назовешь его. А, ты тут? К сожалению, да? Я бы сказал, но базарить так нужно. Топкаст. А чё отскочили, где это набирали? Я типа 260 писал, ну, по-моему. Если да даже... начать возить, типа... Да. А что со мной произошло? Где ты? Почему я, блядь, под землей? Может, ты... Выпал. Охуеть. Ну, блядь. Я думаю, даже просто хотя бы 255-й, 4-2 хотя бы, чтобы не вот этой фигни, типа, вот, ГМ-ку надо ходить, печеньки надо, стоп-каст. Не, если типа вернуть вторую ГМ-ку, то пофиг, то можно брать и просто типа 4-4, там 250 условно. Я думаю, можно просто ульды, когда закончим ходить ульды эти все ебучие обычки, то просто поставить ГМ-ку какой-то день. Ну кому еще волонера, давай подумаем. Бидону собрать. Это на потоке, Мордан. На потоке? Для... На потоке. Ну так и будем в 15 бит тел делать. Я не могу выбраться. Никому делать, будет тебе делать. Но у меня сильно... В натуре. На. Согласен нахуй, блядь. Надо ставить просто в календаре Геру, а идти в эту, бульбу. Ну так чё, отключи набирать. 255-й. Да ну какой похуй воет. Опять сейчас опять просто те, кто хагирные ребята, они опять разноются. И тебя типа вот. Ой, блять, набрали на нубов, опять ходим по бучкам. В идеале, да. Почему я могу? Мне честно пофигу, я могу приходить и в обычку. Просто оно заебывает иногда, когда. Нет. Ты... Меня нет. Ну, блядь. Вот я готов, вот смотри, сейчас я готов просто, вот я каждый день буду ходить, пока вот я сижу дома, тусуюсь. Я буду ходить прямо во все рейды, во все, да, у меня персонажа даже вообще похую каким. Вот честно. Личная жизнь, там, семья. У меня нет девушка, личной жизни. Да, не, у меня нету девушки. Ну, блядь, тогда, да, тогда похуй, типа, можно сидеть. Только Вов. Поставьте утилятор этот, блядь, компакт-бота, ставь корни. И вытаскивайте там этих из-под купола. Жизненно разумно. Да, жизненно раздуло, нужно построить зиккурат. Кто там еще у нас? Давайте, рассказывайте мне. Нужно больше золота. Да, пиздец. ГЦ, блядь. Ебать, это что сейчас? Это ГЦ. Старфол, наверное. Нет, это был не Старфол. Так, по бедону. ГЦ. Бомба. Кринь какой-то. Иван, дайте по кому-нибудь. Я падать. Дал по бидону. Можно реально собрать бидону еще этот волонер и... Отбегите все влево, вон там еще пачки мобов, пусть вас задолбят быстрее, он не бьет вообще что-то ничего. Ну показательная хуйня была вот, ну когда мы последний раз были в Око, блять, до 6 просто ждали всех. Вот да. И там
Да и так можно убить, что ты это все по нерву. Наверное, в эту сторону голова не гнулась. Нет, подожди. Подожди, подожди. Вылан... Ребята, ЦЛК Гера будет завтра. Пусть нет. Геры больше не будет. Геры больше не будет. Ну я же хотел, а шмотка то что? Я там еще азапы. Да, до того. Как дела? Пока. Направо пойдем, стой, это босса. О, поменяйте лут по поврежденках. Крест, череп, корни, погнали, давайте. А, у нас же нету этих. Дайте поврежденку. Нихуя ты. Да, она тут в мобиле лежит. Ой, дай лучше за меня. Да, там дальним, либо саму тайтай. Тебя тогда в корни дайте. Либо там, не знаю, стан ему в корни, какую хуйню дать ему. Я пока не могу прочитать это заклинание. Подождать. Импакт болота в корни, ведь стан, не знаю, там выведите какую-нибудь помойку. И компактовый-то тоже в корне, наверное, было изначально. Это у меня уже этот... фигня. Машину поставим. Сейчас поставлю, если не проставляюсь. Ох, вообще. Метки уносим, главное, зря, и право-лево там все. Серд. Киллы я, бидон и эламаунт. Захилим, конечно, может, хилим. Все, давайте. Лафра, выноси. Трамбовщика заклеивайте там, если можно. Сердце только не разбейте полностью его. Нахуй там еще хэм лежит. Ну и бля, ладно. Разбиваем или что? А, видимо, да. Давай. Сейчас нас просто поимеют. Он уже третий утрамбовщик уходит. Ладно, ладно. Меня бы, знаешь, Мэтт Фокс, выноси. Да, захилим, вот видишь, мы все захилили, ведь один этот самый. Че думаешь? Жизнь разбейте и унести ее под РД, что ли. Нет, ну короче, скоро поедет. Маликон, выноси, скорее.
Двинись правее от этого робота ему еще. Танка захильте, танка захильте. Мордаун, беги. Я вижу, у меня каз, блин, долгий, у меня каз, блин, год. А чё, ещё сердце падать будет? Надеюсь, нет. Потом. Может падать, если ты не делаешь его в хэме. Ну, то есть захильте, 5. Да уби. Захильте, беда, он пси на танке посильнее, прям поактивнее. Я не видели. К сожалению. Поебал, что ли? КП. Важно, он же видел. Да нас просто искры были задушили, вот и все. Бабл жму. Давай, что-нибудь. А, я еще похилил, короче. Хилисипсель. На танка даю этот крылья. Долбите. Есть кому долбить. Есть кому долбить, а некому долбить. Да, я уже понял. Время, деньги, друг. Консилятор вон у громового мутюсь. А просто онлайн есть. Иди ебать нахуй. Давай, Глеб, вставай. Ножками. Секу я тут. Сейчас зайду в инст, плюс сманить. Твоя жидкость, бро. Дайте кассу, я только 5 штук. А, только подбежал.
Ку. Ку, ёпт. Чё, гоним или сейчас пусть заходит? Да, что? Да, да. Пусть зайдет лучше, если мы хэм. 10 тысяч ДПС пиздец решает. Да какие 10 тысяч, блядь? Да мне 10 тысяч, нахуй. Ты 17, блядь, должен давать спокойно. У меня одна профа. А на роботе все 20 выдашь. Не, хуйня. Хуета. Слава, потом перекинешь это все. Блять, я на рогу зашел. Это в игре не найден, я понял. Он на рогу случайно зашел, а надо было на ДК. На роге у меня уже КД, блять, отходил. Это баг какого-то этого аддона. Зовите пати быстрее, я еще в ударе. Бля, уже Хогвартс скачался. Че там, куда надо? У меня тебя с ума не просто. Никуда. А, не, я близко. Что происходит? Деда... В смысле? Мне дед снял косарь ЕПС с мага. И дал 300 на него. Понял. Ну вот видишь, воруем ГП, ИП воруем. Да мне на могилу, похуй, там 0 долларов. Блин, играть все равно не собираюсь. Слишком много у меня стало этой СПД на плесте. ИП? Я бы себе вообще ничего не отдал. Мага? Не, я за кастера не буду играть. Я бы поиграл бы на маге. Нет, тебе много СПД, но ДС не существует. На другом аккаунте у тебя или что? Нет, к сожалению. Если бы было, я бы отдал. Или хватает рымовочка, выходит. Станьте ближе все, пожалуйста, от ЛДшники. Да нет, ближе в смысле вот, в один кэм, блин, ёп туда и. Ну да, знаю, не то самое, не... Не моя стезя это объяснять, сейчас я пойду взорву самое. Плохо объясняю, математика, этот русский язык не мое. А Геру сдадим, да? Или у нас Гера когда? Элмаунт вноси. Велики, заклипайте искру. И РДД тоже. Сколько там у этого Фридома КД Ладинского? Не знаю. Блять. Я не вижу. Уже... Ну, так как у меня макрос. Понял. Искру залейте. Ну, по идее, под танка сведите ее и заклеивайте милики.
да, 25 секунд, когда фридом. Вот, давай, если кучер ДД пачка. А, ты же. Все, ладно. Назови. В это. Ровис, если этот РДДшник не выходит под лужу. Под бомбу гравитационную, кидаешь на него фридом. Туда вынес. Я понял, на магии надо не играть, чтобы начинал в аркане прокать. Возможно. Че помню, это такой анекдот прям у этого. Ничего вообще не падает. Комбат. Да. Когда он спадет? Ну, блядь, нет, спасибо. Ну ладно, понял. Умирайте. Да, на распыл можно все дать мне. Ну что, этот осколок не нужен? Нет, ты четвертый босс. Нет, только паладины, шаманы, жрецы и друиды. Ну что, и все какие были первые, да? Нет, вообще ни одного не выпало. Какая-то дичь. Но он, как бы, видишь, сам осколок сам по себе как бы такой. Это, знаешь, как это как. Давай, Юль, такой. Это как ЦК, знаешь, то же самое. Типа. Нет, там то побачу прокает, блядь, уж не надо. Магию диспелим тоже пусти. Ботинки кожаные. Сыдни совпадем. Да, ну не сдохните, пожалуйста. Сапоги, крадущегося пламени. Кому это надо? Зоди, друиды. Жезл ему надо. Да, ноги кожаные, ступни. Для в лужах не стоим, ребят. Да, специально хилить не буду. Ну, ГП. Да, ты 1000 голды за одну молитву. Ну давай, я тебе ТГ помог, а для тебя полтинник. Я вообще не просил вас, да я вас не просил по этот пояс. Да, скажи, что ты не просил пояс. Я вообще не просил. Я хотел, конечно, его, но если лог, блин. Включай видео, удаляй пояс. Ты что, как Ваня стал, да? Вы что там, 20 бк падаешь, что ли? Да хоть нам третьего дай. Да третий сеть же, это уже понятно. И это, Ваня, черт, я все уже понял. У вас там... Бойсбенд у нас, да. Да, у вас там это как квартет, блин. Не, ну а что ты так... Большой голландский штурвал. Ну. Слишком даже большой. Ну, это кому как. Но для нас маленький еще. Ну, еще себе хватит. Да набор. Я боюсь, вам нельзя никого давать. Да, на меня какой-то супермен.
Так, прыгает только Халк. Да, я че виноват, что ли? А Чарльз где? Прыжок у Кувара. С этой, Софы. Ну там Увара прыжков больше, чем там, блядь. Поврежден кто-то в мобе лежит. Давай, лутай. Ай, на, ебать, на благо гильдии. Я был уже во фросте. Я думал, мне показалось. Я у него чешка героическая, я того рот пинул. Да. Чудовище. Инвизибл. Он уже во фросте и уже может. Все. Уже 25 дают. Не, он в анхолике был. Но во фросте, видимо, тоже может. А когда поменяют? Я ждал, что сегодня поменяют. Должны поменять, бля. Потому что они в Бирюане там вчера какую-то хуйню делали. Нормально, захилим. У нас кто-то отвалился, походу, да? Я дал только что инту. Слушай, Воль, пусть он с Кукс этот Транквилл поддержит одного, тот у нас там Вилаш поддержит двоих. Все. Да. Окей. Найс, блин, спасибо. Это карлика, да, долбим? Да. Теперь потом Малгейма и потом Стрелома. Все, хватай Буревестника. А поудайте в Скугза. И Скузгс. Тогда ты останьте в метку синюю. Только его не заводи сюда. Не заводи, танк, выведи его из метки синей. Че палаха, да? Сейчас он ебальник поломает. Все, вот тут танчи, все, нормально. Если что, курили подожми, наверное. Если только это. Лучше, конечно, оставь. Погнали Стреллома. Давай Малгейм начнем. Так. Все, РДД, все метку синюю встаньте снова. Раз достанет должны. Готовьте, сейчас будет пол.
Сбежались. Ладно, далеко если не бегаю, здесь вмешательство. Если что. РДД, переключайтесь с релома, там медики закрифы тут дело. Хороший вопрос. Берните Евилашу быстренько. Кто не там, не знаю. ДК, фростойку сдай и, не знаю, там, станчик. Но где у нас второй танк нормальный? Да. Нет его. Да ё. Это мало, дай сейчас жгим один. На хп гим давай сразу. А, ну все тогда. На вазу я скачу. Ну бля, проблема. А танчить-то будет. Я могу спекнуться. Могу похилить. Нет, я могу в танк спекнуться и все. Ну это, вела не в танк, мы фокус в это в ртру. Дело в 4 хила, кто хотя. Я могу спекнуться, чайник поставить? Смотря в кого спекнуться. Или чайник поставить? Да, пока ставь, сейчас, пока мы бежим. Ебать. И чё? Смертные слабы и немощные. Прикольно, ребят. Походу. Сейчас посмотрим. А не заходим. Первый удар старелома по мордам. Интересный вопрос. Как по мне могли переломить, если я был за стенкой? Меня просто убило, просто я же бегу, бегу, никого не трогаю, тут бах, меня вышел этот хача. Все, заходим. Бля, маны нет, хиты на маны нет, заебись. Я тебе сейчас могу дать парочку бутылей и маны. Не, бутылей не надо, мне просто лисховку на ману. Сейчас дам, погоди. Че, у нас еще двое в инст зашли, когда не надо. Нам еще нужно хотя бы человек 6. Было отлично. Я, блядь, кого не зову, всем, блядь, мне нахуй шлют с льдой.
Принимай. Угу, спасибо. Алло, всем привет, Уля. А где все? Это... Мы... Тут же... мы. Какой рейд? Вы еще в ульте? Или да, вы... еще в ульте. О-о-о. Да не, ничего. А все, ульда будет просто сегодня. Нет, блин, там красиво. А вы на каком боссе? На собрание. Заходи давай, сова нужна. Так это почти конец, да, получается? Нет, это начало. Почти конец. Ты меня обманешь. Ай, фейспалм, ладно. С собой? Экстрабайт. Давай я найму, у меня знакомые есть. Нету таких. Давай найму, это пиздец душно, блядь. Чё? Сейчас спрошу. Нет, конечно, можно вводить пугов чисто на 4 босса. Все. О, бля, ты заебешься там, нужно тебя часа 2. Да можно и на фул вводить. Но... Нет, нет, сразу тебе говорю, ты забрал где-нибудь ульду сейчас вот в данном контенте на помойку? Инет. Султан написал у него инет. А Валафар... Взлет, наверное, кто знает. Хотя его нету здесь, да и сильно. А можно по-русски, пожалуйста? Смотря у кого. Ты всегда как-то, блядь, не так думаешь. Попробуй наоборот. Ну, типа... Нет, типа, зайдем и будем пиздец ебаться с этим часа 4. Вот так думай. Не знаю, это вообще, блядь, нас сгорит пол рейда. Так чё, куда идем-то сейчас? Собрание. Да, собрание сейчас, да, идем. Чё, куда делать? Чем мы не обоссым, что этих двух бичей и третьего бичонка там, не знаю, ну что, блин, серьезно, что ли, блин. Такие белорусы, ёпта, да, а что они, эти белорусы, где картошка? Картошки нет, окей, всё. Погреб.
Ну, я тогда вертел этот погреб, отвечаю, где его надо еще. Это создатель белорусского трактора. Короче, а продакт заходишь и просто пидешь. Ёх. А он здесь вообще? В натуре доебались до белоруса. Да, вообще. Да, там, смотри, танки танчат, хилы хилят, дд дамажат. Не в танк или в сову? Хила, ой, в сову. Или в хила? В сову. А у тебя хил еще есть? Кто он такой? А Дарик, у тебя что, хил есть? Да, а вчера он вроде бы там был. А, нет, какой там был. В Грэмми тоже один был. Да, может, погнали уже реально, что-то я уже устал стоять, мне уже руки болят. Хочу спросить, что он тут забыл. Он пришел помочь. Не, уже без агрессии. Да, вот твоя агрессия сильная. Так, короче, Глеб, ты здесь? Просто лучше буду ему там сидеть. Алло, ребятки, вы все где там? Танк, Сяджу, Гавилани, ты вы где? Я тут. Сяджу, ты здесь? Все. Сяджу, ты с нами? Там уже это, блядь, Седжу, ёб тудей. Ладно, все, давай. Да, хватай буревестника, Юлю хватает двоих. На кого, на меня похуй? Опа, пришел. Главное, человек от хуесосит, остальное он сделает сам. Не догадайся, что я сейчас. Даже без пассивной? Да, хоть активная, хоть пассивная. Пассивно надо быть, блин, это сам. Хотя... О, на РДД, встаньте, блин, синюю метку уже за это самое. Короче, сказываю, Продекс, если не знаешь, синяя метка повышает твой урон. Главное, чтобы в ней босса не было. Все, Глеб, забирайся с этого Малгейма, скорее всего. Малгейма. Да, разбежались. Да, это как в этой садике, да? Типа, а что надо сказать? Спасибо. Давай. Да, рейндж. Да какой? Я, ты же босс, я так чисто подсос... Ой, подсасывать. Я никак, а там бы мы начали бы с большого, закончили бы мелким. Давайте Геру встали в синюю лужу, пинаем большого, зергаем милики до клифа, это все отлично. Смотри, Каиша большая. Сейчас смогу засейвить ее как-то? Я немножко не понимаю, как работает этот скилл. Набивает нахуй. Короче, дайте фул хил, а я, конечно, знаю, как это сделаю. Юля, все, разбегаемся от Юли, Юля, пехотой. А, она не умрет, отвечаю. Сейчас.
А в смысле, как? Она выжила? В смысле, а какого? Камень души. Почему, что, дух не спасает? Серьезно? Но мне же надо знать. Я хочу знать все. Я не проходил этот контент. Надо знать. А что, 10 секунд живу? Не успеваете? Герри узнаешь. Спасибо, я не хочу в Герри уйти в Ульдуар. Нихуя голова крутая. Бэм. Не, ну по факту, дух же спасает тебя от критического урона. Бля, я бы шею вот эту взял. Посох и кожу можно? Зови. Давай драться за кожу. Честный ролл. Зози. Мяу. Зози. Юлия. Лаша писала. Лаша, скинь, пожалуйста. Трандуилу можно плечики, если никому не надо. Благодарю. Ролим плечи. Я понял, бля, вот так и ходи в свой дом. Мне кажется, не надо писать этот voice changer. Так, я сейчас приду. Не, мне просто папа позвал пельмени положить. Не понял. Пельмени не убегут, запомню. Ты не Хорошо. Хочешь, я тебе наложу? Ужас какой. Мне 15 пельмешек. Нихуя. Сметанкой? Или мазиком? Кичонес? Просто так. И 3 кусочка хлеба. Окей. Нихуя. Хлеб. Сам себя наложишь. Ты что, ты не понимаешь, так сытнее. Я понял. Нахуй ты про пельмени сказал? Извини, я сегодня с утра ничего не ел. Я только съел банку арахиса. У меня просто, блядь, хлебцы дома есть и все. Я банку пасты съел за сегодня. Зубной? Нахуя? Нет, шоколадная арахисовая. Такая параша. Но вкусно, блядь, жрать нечего просто. Такая параша, я же всю банку съел, блядь. А вот такие готовы. Из гильдии? Вот так и ходи, так и ходи в свой дом просто. Я уже, блядь, на кровать посмотрел, думал, сейчас спать тогда пойду. Заберите в выдохну, Пукик. Это уже не смешно. Всё, давайте РДД в линию рассосались там вот. Ты знаешь, как красиво выглядит вообще? Только ради него и ходим. Ой, да, блядь, андет нахуй каждый персонаж. Ну, смотри, Войд. Смотри, Войд, у меня посох на картинке, он розовый, а по факту он синий. Ну, стрёмно, да? Вот и все. Кого? Ну, это как наш сантехник. Сантехник участковый тоже по факту, блядь, синий постоянно. 5, 4, 3. Блять, как младенец. Взгляд ловим и по стеночке его вносим его. Правую руку свичнулись, разбили ее потихонечку. Теперь выбили людей оттуда. Правую руку. Все, в туловище снова играем.
Левую руку сыграть маленько. Правую руку выбить эту людей. Не бой. Получше сыграть, посильнее там тоже. Получше посильнее сыграть им. Сейчас, блядь, походу эти будут бичи. Давай, а продакт сдай этот по ним заморозку. Сейчас он всех шотает. Магия, расчищайте заморозку. О, две пушки. А что там выпало? Две пушки. Это у нас так записываем, осколков ноль. Ладно, пойдем, где ходера пока поимеем по плаве. Ну, посмотришь, неохота лутать со всего этого инста. Только два осколка. Ну да. Я вернулась. Самое лучшее — это получать почти с каждого босса осколок. Да, желательно, чтобы с мобов тоже падали осколки. С мобов падают осколки, просто с осколков падают осколки. Залить скорее, что-то пизды даст всем. Все, пойдем сюда, пожалуйста, в сугробы, которые с дымком, не вставайте. Эх, сейчас бы шашлыка с дымком. Приезжай. Приезжай. Не, а чё, приезжай, Глеб, это туда, к нам в город. Там у нас чем есть ты раз... вообще говоришь про еду? Сейчас там это можно, да, на мангальчике шашлычок готовится. Ну без шуток, я сейчас выйду просто. Я голодный. Пипец. Я же тоже есть хочу. Сходи со стремяшками. Нихуя. А кто это сделал? Извините, кто это сделал, блядь? Не я. В этот раз не я. Да. Глеб, кто там, да, ищи по детейлсу их. Выясняем, кто там. Падлу. Бля, я тебе 100 голды дам. Мало. Ай, блядь, ладно, хорошо, я тебя запомню. Я сейчас одной рукой дамажу, а другой курю. Войт, собирай зеленку скорее, собирай зеленку, потому что он распылся. Какую зеленку? Там зеленки столько. Дай сюда. Дай ультра, блядь, я хочу уже зеленку подходить. Знаешь, что там, блядь, этой зеленки, блин? 5 штук. Чушь, да? Ладно, бля. Сейчас я специально, блин, пол инста сагру подведу боссу, блин. Да в начале. Ну ты. Там же есть все. Ты что? Штуки 2, а вот падает 5. Идем сейчас налево по правой стороне. Блять, сугроб не наступите только. Сейчас я гляну, кто это сделал. Опа. Ага, я видел, кто это сделал. Понятно. Блять, просто. Только не в гильдии. Да, просто. Не зацепите хотя бы этот сугроб, пожалуйста. А кто его взял вообще сюда? Я понял, номер 2, бляха. Ну, понятно, кто короче. Нет, там тот-то в гильдии, кто говорит, я не буду. Мы их это самое не сдаем. Я понял, блядь. Ну, я видел его, я знаю, кто это. Кто-то ящерик сагрил. Это не я. Я бежала последняя. Да ну нахуй, а чё их так много? Может, потому что будет? Два сугроба потом сагрили. Вот и все. Я понял, нахуй.
Надо ему градусник сделать, как старый добрый. О, босса не пулем, сзади еще один два этих летит. Кого? Сам покидает. Да, он сам покидает. Вот, еще один прибежал. Бой твой, тут идол бурляющей жизни, ты шо? Это целый осколок, как называют, осколок бездны. И тут еще поезд, ты что, блин? Ты еще один идол. Давай. Деньги сами себе не заработают. Погодите, питон, секунду. Ладно, давай заходим, то все это глыбы разобьем тогда. 5, 4, 3, 2, 1. Starfall! На месте не стоим, в лужах не купаемся. Какой Starfall, блин? Точечно бей, блин, Starfall ей. Давай Геру в декон. Мне право. Не стоим на месте, ребятки, не стоим. Пару стаков словили, побегали. В лужах не купаемся, бляха. С больших убежали. На большие зашли все срочно. Быстро зашли на большие. Ебать, ёбнуло. Все, метки разбиваем и оглашаем. Очень весело. Два сундука, найс, идея. О, северная преграда. У меня такой щит есть. На паладине. Какой найс? Нет такого, кстати. Бис выгулишь? Кому плащик не нужен? Он бояшка, серьезно? Кто бояшка? А, серьезно? А мне ее отдавали, слушай. А, подожди. А, у меня 200 сарая была. Нет, не преграда у меня была, что-то другое. Давай забей, потом разберем все дела. Вон, кс хиру надо на мага. Там зап какие-то нужны тканевые, не знаю, там. А, нам пизда. Ладно, идем на ходера. Чё, кого, чё тебе? Нам пизда. Что? Эру на лестнице, на лестницу, на лестницу все, кто там, блядь, бежит. Ухмастер, на лестницу, быстренько.
Там добьете ее. Ту сферу, блин. Не встаем, мне кажется. Сейчас вторую дату пойдем пить. Или ходили. Ой, Торима. На войд. Я? Или кто там где? Чес, нужно кому-то воин, охотник, шаман. А восьмой? Заберу на распыл. Яшка, там зеленый. Это выйдется? Ну, я не буду бабу убивать, конечно же. Расскажешь мне заодно. Я дал на ДЦ антифир. Ноль. Ломаун, дай вавилашу антифир. Берегитесь.
сука, в луж завела, тварь. Еманари. Претендую на голову, никому больше не нужно? Нужна. Давай драться. Мы еще плечи не поролили. И плечи, забудьте про них. Девяносто пять. Мордаунт! А ты не можешь носить ее? Могу. Она кожаная. А я бы не отдал. Он на меня ролил. Да, ролил на Зойте. Мы, парни, должны взяться своих. Ух. Да. Да. Такие вот мы гадкие, эксцентричные и очень наглые ребята. Это нечестно. Жизнь вообще несправедлива. Ладно, я посмеялся от этого.